Так вот, наверное. Так, как мы ее назовем, эту конструкцию? Ну, не знаю. Конструкция для прополки. Механическая. Короче, это механизированная тяпка и рыхлитель. Вот здесь ежик такой впереди стоит вместо колеса. Зубья здесь из каленой проволоки. Это с вентрубы, с кольца, с проходческого, с шахтного. Вал и подшипники с какого-то ролика на металлоломе взяли. А здесь на вал одетые гайки, подобрал по диаметру вала гайки. И в гайках просверлены на ребрах, на гранях дырочки на 6. Вставлены вот эти прутки и обваренные. Хорошо закрепленные, прочно заточенные, заостренные прутки. Вот, крутится легко. А это нож подвижный. Вот, он подвижный нож. Это сделано для такой цели, что когда едем вперед, он режет траву вперед. Если мы назад тянем, он режет назад. В обе стороны работает. В обе стороны работает. Как тяпка. Да. Здесь ножи регулируются по высоте, выше, ниже. Вот здесь можно поднимать, опускать. Это для того, для в зависимости от роста человека надо регулировать. И рабочее положение нужно, чтобы удобно было стоять на полный рост, не согинаться, и чтобы спокойно полола. Вот, сейчас продемонстрируем. Здесь трава большая, конечно, не для демонстрации, но как получится. Качество прополки. Вся срезана, ничего не осталось. Есть брак небольшой. Так, посмотрим тут что. Вся порезанная трава внутри. Все чисто. Особенно эффективно эта машинка работает после дождя или после полива. Когда земля просохла, образуется корочка, она разрыхляет хорошо эту корочку. Земля становится рыхлая, ровненькая и прополана заодно. Корпус сделан из полдюймовой трубки. И весит эта конструкция около 10 килограмм, так на вес, как ведро воды. Кукуруза 1,5 сотки, посажена квадратно-гнездовым способом, 50 на 50. Садили таким методом для того, чтобы можно было обрабатывать легко этой механизированной тяпкой. Вот здесь ручная тяпка не применялась, только механизированная. Вдоль и поперек рядов. Никакого гербицида не применяется. Да. Вот, затрачено было на эту обработку 1,5 часа времени. Полностью вот 1,5 сотки за 1,5 часа. Вдоль и поперек. Чистенько, аккуратно.